в этом храме и во всем нашем городе прибавилось еще одно величайшее святыни, мощей и иконы, освященные на острове молитвы святом Афоне, святаго великомученика и целителя Пантелеимона. Для прихожан храма святителя Николая Чудотворца, стоящего на окраине Новокуйбышевска, обретение части мощей святого – великая радость. Ведь когда в Москву в храм Христа Спасителя из Греции привезли мощи святого Пантелеимона, люди по 10 часов стояли в очереди, надеясь прикоснуться к заветному позолоченному ларцу. Теперь мощи святого целителя, говорят прихожане, будут постоянно освещать своей благодатью не только сердца верующих, но и весь город. Исафон горы привезли частичку, это же, ну... Такого нигде нет, только у нас в храме теперь будет. Это красота какая. Я думаю, что это событие послужит духовному укреплению и исцелению, потому что он не только исцеляет телесные болезни, но ведь он помогает преодолевать и болезни душевные, духовные, самое главное. И зависть, и недоброжелательство. Мы должны друг другу уметь уступать на дорогах, в транспорте, в магазине и быть доброжелательными, заботливыми друг о друге. Тогда мы будем единым русским народом. Святой целитель Пантелеимон был искусным врачом на земле, таким он остался и на небе. И оттуда приходит к людям его помощь. Вот уже 17 столетий он неустанно исцеляет верующих от недугов.